Проблема неприятного запаха и захламленности мусорных баков, как оказалось, легко решаема. Первыми в Нижнем Новгороде, кто избавился от той самой помойки, стали жители Корейского переулка. Для проживающих в домах номер 8 и 10 установлена умная контейнерная площадка, позволяющая сохранить чистоту во дворе. Контейнерная площадка полностью закрыта, я бы сказал, герметично, и доступа посторонних лиц нет, ну и, соответственно, и запаха здесь нет. То есть вот эта площадка уже установлена и работает с понедельника, видим жаркая погода, вы чувствуете запах? Нет. Запаха нет. Первая функция контейнера – раздельный сбор вторсырья и твердых коммунальных отходов. Вторая – это учет. Именно благодаря этой функции жильцы могут перейти к оплате мусора по факту. Контейнер стоит на весах, открыть его можно лишь электронным ключом. Это и позволяет идентифицировать, кто и сколько мусора выбрасывает. Изобретение я видел раньше такое только за рубежом. Вот. Оно, я считаю это правильным – сортировать мусор, чтобы не захламлять, ну, как бы не усложнять работу тем службам, которые занимаются сортировкой и дальнейшей утилизацией. Вот. И поэтому с удовольствием эту идею поддерживаю. Еще одним плюсом является то, что контейнер оборудован камерами, как для отслеживания наполняемости, так и для защиты от вандализма. Такая площадка в нашем городе появилась впервые, но уже запланирована установка второго образца, ведь окупаемость составляет всего 3,5-4 года. Уже первый промышленный образец контейнерной площадки, в которой учитывается и автоматический сбор и мусора, и автоматический сбор и учет вторсырья, появится в конце июня месяца в ТСЖ Верхний Печерский, дом 7. Для бутылки вот есть крупное отверстие, есть мелкое. Ну, в данном случае можно вот так. И все. Маргарита Абакумова, Владимир Гайдай. Время новостей.